слепо! Сейчас 6:30 утра. Я нахожусь в Нью-Йорке, и через полчаса я выхожу, чтобы снова отправиться в путь. Я еду в Филадельфию. В Филадельфии меня встретит Настя на машине, и мы поедем вместе с ней в Харрисбург. А из Харрисбурга мы поедем на Ниагарский водопад. Я собралась и набрала с собой еды, как вообще. Я как с голодного края. И это все свежак. Я взяла миндаль, яблоко, клубнику, морковку, салат. Вот такой. Салат сделала. И папайю. Знаете, почему это происходит? Это происходит, потому что, ну вот сейчас уже почти месяц прошел моего пребывания в Америке. Я за это время что-то так наелась этой вредной еды американской, а ее много не надо, чтобы завыть. И сейчас у меня организм, видимо, он прям просит очень свежака, поэтому я ему не отказываю и пичкаю его им как столько, сколько он хочет. А он хочет много. Утро. Это всегда мое самое-самое любимое время суток. Да, ты можешь быть не выспавшимся, но последнее время, последние пару лет, я чувствую себя вообще замечательно, вставая рано утром. Я очень люблю это время, потому что оно такое душевное. Исполняю Пашечкин заказ. Он просил бомжей побольше. Здесь их навалом. Видите эту огромную-огромную очередь людей? Их здесь, наверное, сотня, не меньше. И все эти люди стоят для того, чтобы купить кроссовки. Мне Катя рассказывала про то, что здесь есть такое дело. То есть можно купить дешевую обувь по хорошим ценам. И вот сейчас... почти пол восьмого утра, и эти люди, они стоят здесь со вчера, чтобы купить кроссовки. Представляете, насколько мир сошел с ума? Эта очередь, она длится целый блок. Еще поутру в Нью-Йорке очень легко обнаруживаются бомжи, их здесь много. Они встречаются, каждый может быть 500 метров. Причем некоторые из них довольно прилично одеты. Они сидят просто на земле с табличками, без табличек. Молодые, старые, всякие разные. За 10 минут, что я здесь сижу, пробежало, наверное, мимо меня человек 7. Вот еще один бежит. Бегающая нация. Привет! Трафик Филадельфии. Вы слышали, да, этот акцент? А как ты вообще здесь очутилась? Там, где шоколад производят? Ужас. Приехала работать на лето. То есть типа work and travel, да? Ну, не типа, а work and travel. Ага. Ну и после этого решила немножко попутешествовать.
И попыталась, ну, попыталась остаться, ну, так все получилось. И так получилось. Так получилось. Харрисбург – это столица, первая столица Америки. Это что? Там Капитолий, самый старый Капитолий до Вашингтонского Капитолия. Небольшой, но Харрисбург отличается тем, что город в середине и много городов вокруг него. И население потому достаточно большое. Город стоит на реке. Это круто. Очень красиво. Немножко влажно. Ну, как я сказала, Пенсильвания вообще отличается влажностью. Ну, а тут вот в Харрисбурге можно купить фермерские какие-то продукты? В Пенсильвании как раз Харрисбург отличается тем, что поля вокруг и много fresh markets, там, где продают. Особенно сейчас началось лето. Мы обязательно съездим. Но вот это уже мы в Харрисбург въехали. Не сам город, но... В черту город, города. Тут реально нет... Ну вот прям в воздухе другое ощущение совсем. Это не Нью-Йорк. Вот это наш один из, так сказать, больших моментов Харрисбурга. Это Хоспиталь. Прям в центре города находится... Мы за то, чтобы госпиталей не было вообще. Госпиталь нужен только, чтобы отрезать ногу, если гангрена вдруг случилась. А так люди сами должны себя лечить. Если у нас перед домом мы не подстригем газон, если трава вырастет больше определенного размера, то мы можем получить штраф за то, что наш дом не выглядит по нормам этого района, где дом находится. Для меня это позитивная черта, потому что это у меня голова соображает, и я аккуратный, организованный человек. Но не все же такие. Ну да. Иногда людям надо говорить, что правильно, что неправильно. А вон на той стороне реки костер жгут чуваки. На байдарках тут народ сплавляется. Hello, doggy! Doggy-doggy! Он ревнует, если сильно кто-то ей внимание уделяет сильным, но он начинает... Ну иди сюда, я тебя поглажу. Ну не плачь. Это Пенсильвания, да? Ой, да. Харрисбург. Карлайл называется. Вот это Женя. Он привел меня сюда. А вот с этой стороны там в основном менониты живут. Люди, которые ездят еще на машинах, но не пользуются электричеством. Прикольно. Ходят на работу, как обычные люди. А амиши живут как бы, практически, ну, в основном с другой стороны, но это люди, которые работают сами на себя, занимаются фермерством, ездят на каретах с лошадьми, работают сами на себя. Круто. Такой. Пенсильвания очень красивый штат. У нас есть, ну, у нас просто тут У нас у пенсильванцев. У нас самых коренных пенсильванцев. Есть даже пенсильванский большой каньон, Гранд Каньон. Это что? Находится на севере Пенсильвании. Ну, правда, похожесть заключается в том, что он как огромная балка, похож он как бы на каньон. А так в основном все зеленое, деревья растут, там речка, красота. Да, на самом деле вот мои впечатления о пластиковой Америке, они потихонечку такие рассеиваются. Потому что, видимо, не видимо, а так и есть. Америка очень разная. Она большая и разная. Ровно 4 часа. Ниагара, жди. Мы едем.
проехали полпути. Сейчас уже где-то 7 или 8 часов. Дорога хорошая. Мы заехали на заправочку. Думаем, что будем уже на водопаде часов 10. Как тебе едется? Нормально? Нормально. Сонно немножко, нормально. Ты уже который раз на Ниагаре? Третий. Мы с Настей хорошо подготовились к поездке. У нас с собой куча сырятинки. Мы взяли овощей и фруктов. И даже вот это. Тут, как, наверное, в любой другой стране есть платные дороги. Мы сейчас ехали... Какой промежуток был? Наверное, полчаса. За полчаса езды, я не знаю, сколько это по расстоянию. $1.45 Настя платит. Thank you. Почти 100 рублей. Ну, в Москве подешевле. Вообще, вы же помните, что мы очень любим водопадики. Сейчас вам покажу большой водопадик. Вообще удивительно, что я сейчас увижу Ниагарский водопад. Я помню, что в детстве там или в школе, когда мы читали там какие-то заметки по географии о Ниагарском водопаде, это всегда было что-то такое недостижимое, как будто бы. Ну, то есть ты только можешь представлять себе, что вот есть такой водопад, он такой огромный вообще, и он в Америке. Вот, и сейчас я его увижу. Да, Настя считает, что водопад – это не очень хороший энергетический процесс для воды. Mm-hmm. Вот. Как? Несет негативную энергетику. Ну, не знаю. Вот это очень bad energy. Плохое Падение энергетическое воды. Место. Mm-hmm. Да. Чайка. Слышишь воду? Я слышу большую воду. Вообще. Мы вот здесь вот. Вот эти бульбашки. Угу. Это то, что к чему мы стремимся. И вот это угу. тоже он. А-а-а. Удивительно, что это все в городе. Вот просто тут небоскребы, магазины, парковки. Я почему-то думала, что это все должно быть скорее вот в какой-то заповедной зоне, что ли. Крафтинг. Вот бы сплавиться на этом водопадике на покрышке. Было бы круто. Чувствуется мощь. Это край. А с той стороны уже Канада, да? Да. Если, наверное, прыгнуть, сразу понесет, да, жестко? Я снимаю, как китайцы снимают чайку. Туманное дело, и там, видите, вся палуба в людях, в пакетах. Они завернуты в пакеты, потому что будет мокренько. Мне понравилось, когда. Я думаю, стоит, если ты ни разу не был, стоит по один раз почувствовать. Да. Там такое течение настолько сильное. Он видно, как корабль сопротивляется и работает в полную силу, и стоит на месте, и чуть ли не даже идет назад. Потому что настолько там мощно. А вот это что осталось от людей в пакетах после путешествия? Туманное дело стоит $17, дофига что-то. И я решила не участвовать в этом. Но водопад и со стороны, как бы сверху смотрится тоже очень, ну, понятно, что это такое.
у Коблина. Я могу заключить, что Ниагара это очень большой водопад. И меня почему-то больше привлекает не столько вид, сколько звуки. Ты когда слушаешь вот эту стихию, какой звук она издает, это такая мощь, вообще такая махина сумасшедшая. И я знаю, что силу воды используют здесь для электрификации штата Нью-Йорк. Я не знаю, сколько процентов этого штата обслуживает Ниагара, но много. Это самая большая и самая сильная вода, какую я вообще в своей жизни видела. Это просто вообще out of my mind. Ты уже наскучил, наверное, Ниагарский водопад. Я немножко по-другому на него теперь смотрю, побывав второй или третий раз. Ага. Уже не смотришь, как ты сказал, на картинку, смотришь, пытаешься подумать, что еще можно с него взять, кроме. Прекрасно. Ветер трепал наши волосы. Они пропахли солнцем и водой. Мы даже вздремнули. Да, мы валялись на лавочке. Потом сидели, заряжались под деревом. Короче, это было прекрасно. Я нисколько не жалею, что мы не поплавали на лодочке. Потому что я получила много. Может быть, больше и не надо. Мы приехали в наш отель. Хостел. Хостел, да. Что-то кажется, сейчас мы завалимся спать. О, запах отеля. Это правда отель. Но. Окей. Тут пахнет хлорочкой. Ну, я не знаю, я просто уже натренирована тайскими отелями, всякой жестью. Но мне кажется, что Насте сейчас не понравится наш номер. А мне уже нравится. Главное, чтобы было где поспать. А то мы что-то так лихо сегодня в 4 выскочили, а приехали уже в 10. И мы уже вот сейчас уже час, чуть больше 2 часов, а мы уже, в общем-то, день закончили. О, какие хоромы! Вообще, Настя! Ад, я буду спать звездочкой. Оп! Это же дешевый хостел, ребята. Номер стоит $55. Вот он, душ есть, туалет. В туалете мыльце, шампунчик. Окна нашего пентхауса выходят на прекрасную лужайку. По радостному стечению обстоятельств вместе с нами в отеле ночевала еще маленькая китайская страна. Куча китайцев, не знаю, человек может быть 30. Целый автобус. Жили в соседних номерах. И сегодня утром, я не успела заснять их, они поглощали завтрак отельный. Там эти тосты, как обычно, джем и кофе. Растворимый, наверное. Вот. И вообще, на самом деле, так интересно, как такие, национальная культура, она перемещается вместе с этими людьми. То есть мы отъезжаем с Настей от отеля, смотрим. Один чувак, типа, делает зарядку. Как вы знаете, в Китае все очень заботятся о своей
о своем теле. И каждое утро там они делают какой-то цигун или просто какую-то гимнастику. Вот. А еще парочка фотографировалась. Это тоже тема китайская. Они вечно везде фотографируются, везде селфи. А мы сейчас направляемся в Starbucks, но не за тем, чтобы пить кофе, а мы нашли там натуральные чаи. Ну, мы даже специально в интернете проверили состав. Они нам не хотели давать состав? Да, они не хотели нам давать состав, прикиньте. Надо было его скрывать. Мы так это, возмутились, приехали домой и специально посмотрели, из чего состоит этот чай. Оказалось, что там только трава, и поэтому мы решили повторить этот экспириенс. Приехали снова попить чайку. Они открыты, кстати? Да. И потом мы непонятно, почему они скрывали состав, если там все нормально. Ну, может быть, они... Я думаю, что наверняка они сами не знали состав, и они, возможно, думали, что там есть какая-то гадость, поэтому не хотели его показывать. Вот, а потом мы едем спокойненько, в состоянии релакса, в Нью-Йорк. Может быть, по пути где-нибудь что-нибудь увидим. У Насти папа фотограф, как она выражается, слегка такой повернутый на своем любимом деле фотограф. И он делает очень крутые фотографии, пейзажи. Я их с собой взяла, они сюда ко мне приехали навестить меня, и я их взяла в Йеллоустон. Мы прямо отсюда с Пенсильвании поехали туда, на ту, буквально-таки на ту сторону Америки, и провели... Побывали в Титане, это национальный парк, потом переехали в Йеллоустоун, а потом поехали в Глетчер, это почти возле Канады находится парк. Ну и вот, и провели путешествие 21 день. Сегодня шеф-повар, и вчера тоже. Мы кушаем овощи. Это авокадо, редиска, цветная капуста, помидорчики, огурчики и, как его, айсберг, салат айсберг. Нам нравится. Настя ведет машину уже 4 часа. Подустала. И вот мы решили поваляться на травке. Кайфушечка наступила. Дай пять. Будешь вонять. Ну вот, заканчиваются мои приключения на восточном побережье Америки. И завтра рано утром, в 6 часов, у меня самолет в Лос-Анджелес, где меня ждет. Ждут совсем другие приключения, я чувствую, это совсем-совсем другая атмосфера. Здесь я поработала с замечательными художниками, с замечательными талантливыми фотографами. Познакомилась с интересными людьми, повидалась наконец-то с Катей, с Биллом. Люди, чей образ жизни мне очень близок. Я хотела бы окружать себя людьми такими, как они. Настя показала мне, какой может быть зеленой и чистой и экологичной Америка. Это дорога из Харрисбурга к Ниагарскому водопаду и оттуда в Нью-Йорк. Она очень красивая, очень зеленая. Тут очень много зеленых лугов, лесов и все такое. Ну, красивое, чистое, какое-то ухоженное. То есть здесь видно, что люди заботятся о природе, но в то же время они не нарушают ее. И это достаточно ценно для меня. И я говорю это не для того, чтобы выделить как-то Америку или сравнить ее с Россией. И здесь, и в России есть свои большие минусы и большие плюсы. Я не собираюсь пока никуда уезжать из России, пока, скажем так, обстоятельства не складываются таким образом, что мне сюда нужно переезжать или в какую-то другую страну. Поэтому мы будем спокойненько
заниматься своими делами в Москве или в Подмосковье. И будем путешествовать. В Лос-Анджелесе обо мне позаботился человек по имени Женя Франкель. Это друг моего дорогого любимого фотографа в Москве, Анастасия Михайлова. И я этого человека вообще не знаю. Но вы вот говорите, как вот она осмелилась, как она... Она что, дура, что ли, совсем? Вот так вот просто с незнакомыми людьми налаживать контакт и доверять им. А мне кажется, по-другому нельзя. Но, во всяком случае, нужно вырастить или взрастить в себе некую чуйку, которая помогает определять, с кем можно вступать, так сказать, в доверительные отношения, а с кем нет. И я чувствую, что Америка в целом для меня очень сейчас открыта. Я с радостью исследую эту страну. Чё, тут хорошо? Мне нравится. Она такая разная, такая большая. Тут можно жить. Я, в принципе, наверное, понимаю людей, которые хотят здесь остаться. Но главное, конечно же, найти себе здесь занятия и понять, что тебе тут делать, зачем ты здесь. Потому что я знаю, зачем я в России и что мне там нужно. Вот, в Лос-Анджелесе я буду жить. Я буду жить в Лос-Анджелесе, но недалеко от Санта-Моники, от района Санта-Моника. И буду оттуда ездить на съемки и буду немножечко исследовать этот регион. Прав международных у меня нет, поэтому я буду там каким-то образом перемещаться без автомобиля. И говорят, что это там неудобно, но посмотрим. Я думаю, что ничего невозможного не существует. С Пашей мы практически каждый день на связи, постоянно переписываемся, шлем друг другу фотографии, сообщаем новости. Конечно, не хватает. Мне не хватает Паши. Не хватает его физически, потому что как бы внутренне, что ли, или душой. Но я чувствую всегда, что он со мной. И мне хорошо от этого. Вот мы уже практически в Нью-Йорке. Въезжаем на мост Вашингтонский. И тут сразу такой воздух недышабельный по сравнению с тем, чем мы дышали вот эти 3 дня. В Пенсильвании и по дороге в Нью-Йорк. Прям как в Москве, вы знаете, да? Из Москвы тоже уедешь на 100 километров, там воздух, красота, есть чем дышать. Добро пожаловать в мой черный район. Home sweet home. Я, честно говоря, не представляю, как она тут ходила по улицам, вся такая белая, белоснежная. Я бы тут это в тряпке куталась, не знаю. Я тут ходила еще с голыми ногами. Да, и разговаривала со всеми, вы видели? Ужас! Здоровалась там направо-налево. Добро пожаловать в Гарлем, Настя. Эй! Гарлемские девчонки. Звучит как какая-то обида. Да ладно. Мы отлично доехали. Чуть-чуть. Немного позже ожидаемого времени прибыли, но... Дорога долгая, поэтому мы отдыхали. Пока, Настя. Удачи тебе. Спасибо. Будь аккуратно. С незнакомцами не разговаривай. И усердно монтируй видео. Окей. Бай. Бай. Вот это Настя. Она поехала обратно в Пенсильванию. Она испытала реальный шок от прибытия в Нью-Йорк. Ее можно понять. Потому что Нью-Йорк... По сравнению с Пенсильванией, ужасно грязный, ужасно суетной и во всех отношениях не очень приятный город. Поэтому помните, как я шла в первые дни по Нью-Йорку, там где-то по Уолл-стрит, и говорила, если бы у меня был выбор, я бы осталась в Нью-Йорке. Не, я бы не осталась в Нью-Йорке ни за что.